переход был сложный, но не будем даваться тонкости, все позади. Теперь все мои силы направлены на адаптацию в команде и на то, чтобы приносить максимальную пользу команде. Я очень рада, это очевидное повышение в классе, в уровне волейбола. Постараюсь соответствовать. Это межсезонье, я покинула команду, с которой сыгрывалась, которую, можно сказать, оставила в сложной ситуации своим уходом. Сложное было решение, сложный был переход. Я шла к знакомому тренеру, то есть здесь у меня вообще не было с этим никаких загвоздок. Отличный состав, отличная атмосфера, все приняли меня очень дружелюбно, помогают. Вообще, можно сказать, с первого дня влилась очень душевно все. Здесь вообще нет никаких вопросов. У этого клуба очень богатые традиции, всегда максимальные цели. То есть я говорю фразы простые, кажется, но это так. А на самом деле это сложно, то есть от каждой игры, от каждого вообще тренировочного дня все ждут максимума от нас, и нам надо его показывать.